Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Диавадия для творчества. Сегодня я покажу вам мастер-класс, как связать очень простой шарф снуд. Это шарфик, который один раз оборачивается вокруг шеи, отлично сидит, очень хорошо сохраняет тепло. Здесь вот он у меня на картинке, он связан из очень красивой градиентной пряжи. Я, конечно, покажу ее потом вам поближе. Очень красивый узор, вяжется он столбиком без накида и столбиками с накидами попеременно. Очень хорошо подходит для начинающих, как это все делается, что вам для этого понадобится, я, конечно, сейчас вам покажу. Итак, начнем с нашего симпатичного клубочка пряжи. Вот он здесь, это специальный выпуск. Сейчас я посмотрю. Получится ли у меня скинуть ссылку под видео, но если возможно, я обязательно ее скину. Здесь 100 грамм, 180 метров он по длине, подходит для 7 крючка. Я буду вязать это все своим 6 крючком. Состоит она на 60% из стриженной шерсти, 40% не полиакрила. И теперь начнем с нити, вытащим ее из середины клубочка. Как обычно я это делаю. Так, сейчас надо найти сначала. Итак, вот она моя начальная нить, вот она. И теперь начнем вязание свое. Цепочка, набираем цепочку из воздушных петель. Нужно набрать обязательно четное количество петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Ну, это немножко еще узковато для шарфика, как мне кажется. Так, мне кажется, нужно должно быть примерно 20 петель. Так, 12, 13, 17, 19 и 20. Итак, вот, мне кажется, отличная ширина для шарфика. И теперь я наберу еще одну дополнительную петельку к моим 20. Это будет поворотная петля. Так. И начинаю я теперь вязать вязание непосредственно крючком. Я вяжу в обратную сторону по цепочке из воздушных петель. И начинаю вязание со столбика без накида. Далее следует один столбик с накидом из следующей петли вывязывается. И снова один столбик без накида. Для вязания столбика с накидом обязательно набираем накид, не забываем. Вводим непосредственно в петельку после этого. И протягиваем сквозь 2, и далее протягиваем сквозь 2, вы знаете. Потом следующую вяжем столбик без накида. И следующий снова столбик с накидом. Ну и таким образом я вяжу попеременно, пока не довяжу весь ряд до конца. И так я довязала ряд до конца столбиками с накидами, столбиком без накида попеременно. Здесь у меня вот как раз был последний столбик с накидом. И далее я набираю одну воздушную петельку для высоты. Это будет поворотная петелька. Поворачиваю это все вязание и начинаю снова вязать. В первую петельку, из первой петельки я ввязываю столбик без накида. И в следующей петельке я вяжу столбик с накидом по рисунку. Потом снова столбик без накида. И снова столбик с накидом. Ну и вяжем точно так же по рисунку, по очереди. Соответственно, всегда вяжем так, что в петле, которая вывязывалась столбиком с накидом в предыдущем ряду, в этом ряду она уже провязывается столбиком без накида. Таким образом, выравнивается, так сказать, эти два ряда попеременно. Столбик с накидом всегда вяжется на столбика без накида предыдущего ряда. Это запомните обязательно. И также столбик без накида вывязывается всегда на столбик с накидом, не на столбике без накида. Таким образом, обязательно обращайте внимание, чтобы не пропустить поворотную петлю. Начинайте всегда ряд столбика без накида и заканчивайте столбиком с накидом. Проверяйте себя, это всегда одно и то же. Ну и проверяйте, чтобы нигде не перекручивалось ваше вязание.
чтобы вы не провязали два столбика с накидом, например, один за другим. Это очень-очень просто, поэтому для начинающих, как я и говорила, идеальный узор. И я сейчас провяжу немножко вперед, так я буду вязать весь свой шарф, и потом покажу, как развивается узор, и как вообще выглядит этот весь шарфик с нот. Итак, дорогие друзья, здесь вы можете увидеть, какой красиво получается у меня узор. Это все столбики с накидом, столбики без накида попеременно. Очень-очень мягкий на ощупь, очень приятный, интересный. Интересно на него смотреть. Красивый такой градиент, переход цветов. Он тоже отлично сюда вписывается. Розовый цвет, потом он меняется на такой какой-то зеленый, болотный. Здесь он переходит в какие-то коричневые оттенки. Ну и, в общем-то, вот он мой клубочек, который я сейчас вяжу. У меня, конечно, еще осталось кое-что, я сейчас вам покажу, конечно, уже готовую шаль после того, как провяжу. Итак, дорогие друзья, между делом, мой шарфик сейчас уже получился 70 сантиметров в длину, я его сейчас сложила напополам, вот видите, 35, и теперь я буду сшивать эти две части, чтобы у нас получился снуд. Это будет обычный одинарный снуд, один раз оборачивается вокруг шеи, очень красивый переход цвета, как я и говорила, и как вы видите, узор тоже очень красиво вписывается в эти цвета, очень красивая такая структура, мягкая, приятная на ощупь. Итак, вот она моя последняя петелька, которую я провязала. В нее я ввожу свой крючок. Вот так вот кладу две стороны друг на друга. Вот как раз получается это лицевая сторона. Таким образом справа получается моя нить. И буду вязать справа налево. Итак, начнем. Я ввожу крючок, протягиваю нить. Вы просто вставляете крючок над верхними петельками, протягиваете нить и захватываете нить и протягиваете ее под ними. Ну и таким образом получается соединительный столбик, и так вот этими соединительными столбиками вяжете до конца. Итак, я добралась до конца ряда, вот она противоположная, так сказать, сторона. И сейчас я обрежу свою ниточку. Вытащу ее вот так вот наверх. Так. Вот она моя конечная нить, начальная нить. Они рядышком друг с другом расположены. Очень практично, их можно завязать узелочком вот так. Завяжу два раза, чтобы обезопаситься. Потом эти нити нужно будет, конечно, еще заправить. Ну и, в принципе, очень-очень быстрое вязание. Мой снуд полностью готов. Вот она снаружная сторона, вот она другая. Внешняя сторона, как вы видите. Шов практически не виден. Он, я бы сказала, вообще отлично вписывается в этот шарфик. Вот он, переход всех цветов. Особенно, мне кажется, красиво будет это смотреться, когда шарф будет надет на шее. Ну... На обоих сторонах нет особой разницы по цветам, как мне кажется. В общем, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, вы получили удовольствие. Если это так, обязательно жмите палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, активируйте внизу маленький колокольчик, чтобы не пропустить мои новые выпуски, жмите внизу кнопку подписаться, следите за всеми моими выпусками. Пока-пока!